Следующей целью для Украины после финала Лиги чемпионов в Киеве будет проведение матча Суперкубка УЕФА или финала Лиги Европы. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи с президентом УЕФА Александром Чиферином. По его словам, проведение нынешнего финала Лиги чемпионов в столице демонстрирует доверие к Украине со стороны международного сообщества и дает дополнительный толчок для развития футбола в стране, прежде всего детского. Когда меня спросили, за кого я болею, я ответил, что соблюдаю баланс. Такая же позиция и у моей семьи. Мой сын Мика, который в прошлом играл в юношеской команде «Динамо», отчаянно болеет за «Ливерпуль». Вся его комната в цветах «Ливерпуля». А вот моя дочь Евгения, наоборот, поддерживает «Реал».